В эту черную пятницу вы не сможете выспаться, потому регионы, что... Регионы, и черная пятница уже стала частью. Детей называют это своим. Кам. Более 9000 магазинов. Миллионов долларов наличными перейдут из рук в руки, начиная с пятницы. Планете здесь не бывало. Очередь 4 часов утра, потому что всем хочется успеть. 140 миллионов американцев посетят магазины... Сезон гриппа начался раньше обычного. Судя по всему, неизвестная ранее форма гриппа, о которой эксперты пока не могут дать. Еще один неприятный факт. Сегодня я решила. И главным событием. В газетах опубликованы неподтвержденные сообщения. Произошедшая вспышка оспы, многократно отработанный сценарий. Силы нацгвардии. Поезда не ходят, мосты перекрыты. Вирус оспы – это реальная угроза. Унес больше жизни, чем спит Эбола. Что, вакцины не хватит на всех? Позвольте вас прервать. Никаких оснований для паники. Главный город Америки находится в карантине. Крупная зеленая отрава. Центральный парк стал местом массового сохранения. Электричество, утечки газа, пожары. Власть... Вновь прокатится волна грабежей. Жители Нью-Йорка умоляют всем свободным машинам. Пожар в Хьюстоне. Оперативное реагирование, либо уже все мертвы, либо... Исправляются с ситуацией. С нами как с животными. К такому мы совсем не были готовы. Когда нас вызвали, стало ясно, что ситуация скверна. Хуже, чем мы ожидали. Мы — это секретный отряд лучших тайных агентов. К нам обращаются только в самом крайнем случае. У нас нет правил, нет инструкций. Наша цель — уберечь общество. Мы — ваши коллеги. Мы — ваши соседи. Или даже друзья. Но когда нас вызовут... Мы обязаны бросить все. Мы — это... Спецотряд. Всем привет! Сегодня Uplay предоставила сегодняшнего дня 2 дня бесплатной игры в Division, Tom Clancy Division. Давно на эту игру смотрел, но тогда, когда она вышла, мне она совершенно не понравилась. Вида третьего лица, бессмысленные перестрелки. В общем, не понравилось. А сейчас у них вышел новый мод Survival. И я решил, раз так хорошо все сложилось, посмотрю я на игру. И если будет интересно, я себе ее возьму и коллекцию. Одному, наверное, тяжело будет проходить, но посмотрю просто по ощущениям, как она понравится, не понравится там вообще находиться. Сейчас я создадусь. Впрочем, ладно, тут я думаю недолго. О! О, а что, химии не будет? Здесь еще 3. А? Чё? Буксир такой пробитый. Я сказал. Вот этот хороший. Волосы какие тут бывают. Краска. Да не, будешь бегать как чумазое говно. Так.
Ну это... А этот шрам я не могу понять. Мысли вообще нет? Да, это нормально для нормальных. Аксессуару, пирсинг и очки. Че в носу-то? Вы че? Ну достаньте. Очки без пирсинга не дают, что ли? Вы че? Ну, баллистически нормально. Ну, это вот середины не хватает. Вот нужна вот такая, только без боковины. Ну, ладно, вот так нормально. Вот я думаю, очки, может быть, не нужно. А, вон. Да. Вжу. Ладно, будет плосковато, но активирован интеллектуальный системно-аналитический комплекс. Все системы в норме. Проверка оружия. Займите укрытие у маркера. Проверка оружия. Поразите указанные цели. Где они? FPS вообще отличный. Проверка основного оружия завершена. Вот V2 это что такое? Это ИЛА. Нажмите 3 достать, чтобы пистолет. Проверка оружия. Поразите указанные цели. Проверка пистолета завершена. Перезарядка. Добро пожаловать, агент. Говорит Луис Чен, командующий северо-восточным отделением спецотряда. Тебя задействовали, потому что обстановка в Бруклине крайне нестабильна. Мы получили твои данные по ИСАКу. Ближайшему опорному пункту. Там тебе выдадут полный комплект снаряжения. Просто убрать оружие я не могу. Единственное, что мне сразу понравилось, это как сделано окружение. Бруклин. Агент, мне сообщили, что сюда прибыла твоя коллега, агент Файлау. Поговори с ней, она внутри. Файлау. Люди ходят, отражение. FPS просто поет. Зайдите на опорный пункт. Так надо переделать. Ctrl приседать, пробел перепрыгивать. Все наоборот. Это зона безопасна. Здрасте, выключить музыку можно сразу же? Торговец снаряжением. Пожарные, скорая помощь, национальная гвардия,
Мы рискуем потерять весь этот квартал. Сюда движутся погромщики в большом количестве. Твои люди вот здесь. Вижу, еще кое-кого вызвали. Я агент Фейлау. Я сам к вам, нас задействовали одновременно. Мы пойдем в составе второй волны. Я не знаю, что стало с первой волной, но проблем у нас здесь и без этого хватает. Разведданных почти нет, но провал недопустим. Манхэттен уже в блокаде, Бруклин еле держится. Такие люди, как мы, это последние защитники города. Я надеюсь, когда поговорим с командиром, станет полегче. Мы сможем понять, что тут происходит, кто превратил улицы в поле боя. И как нам вообще сделать то, ради чего нас сюда вызвали. А теперь извини, лейтенант. Ну так вот, офицер Хейзен и его группа занимаются оперативными сводками. У них вся информация. Чтобы получить доступ к снаряжению, подтвердите свой оперативный статус через терминал. Личность подтверждена. Спецоборудование активировано. Не способности и выучили доступ к навыкам. Ясно, пока никаких. Нажмите, чтобы использовать навык. С восклицательным знаком видимо поговорить можно, да? Тап, что там? Посмотреть игрока. Блин, это люди! Я думаю, что бегают? Это люди! Я только вот увидел, когда Руслана. Ясно. Слава богу, ты здесь, агент. В Бруклине творится черт знает что. Мы едва держимся. Я буду твоим связным на случай экстренных ситуаций. У нас тут постоянно то одно, то другое, и все экстренное. Господи, я тут точно облысею на нервной почве. Это все, что хотел мне сказать. А, подбор игроков. Вам надо это увидеть. Ага, тут можно прям на ходу составлять команды. Прикольно. Ни у кого больше такого нет. Пистолет. Ну, у меня пока вообще ничего нет. Берегите себя. Слышите? Помнить. Три осколочные гранаты. А я думаю, что боты носятся? Это, кажется, настоящие люди. Единственный был Руслан. С меняемым ником. И что теперь делать? Верните запасы продовольствия. Внимание, выход из безопасной зоны. Исаак может перехватывать сообщения из указанных на карте мест. Это позволит тебе лучше понять обстановку. Агент, бандиты украли из раздаточного пункта в Бруклин-Хайтс недельный запас продовольствия. Теперь они вымогают у голодающих деньги за эти продукты. Наживаются на чужих страданиях. Верни нашу еду. Бабки есть? А? А это что за часики? Новые улики. Трофей отображается на тарелке. Нажмите Escape, чтобы посмотреть новый предмет. Броня. Наколенники. Как их надеть? Сумки, внешний вид. Как экипировать?
А, вот. Все понял, я рюкзак нашел. Уместимость рюкзака увеличилась. Наклейники на мне надеты. Следуйте за маячком, как перелазить. Надо быстро переделать, а то я уже привыкаю на Ctrl. Прыгайте. И что, зиму нельзя сидеть, зиму. Рывкет укрытия к укрытию. Находясь в укрытии, найдите камеру на другое укрытие, нажмите пробел, чтобы, удерживая пробел, сделать рывок. Вы приближаетесь к грузу. Ну давай. Сектор под контролем. Враг нейтрализован. Интересная у них метода. На крышу становиться. Здесь. С них ничего не выпало, да? Противник. У тебя нет шанса! Они его убили! Они. А мышка оружия, я хотел как-нибудь масштаб изменить, мне не нравится, что... Близко выгляжу. Ну, нахожусь. Груз обнаружен. Уведомляю ОТГ. Отлично, агент. Мы отдадим эти продукты тем, кто в них нуждается. Доступна новая операция. Нажмите M, чтобы развернуть карту. Выберите отметку и включите трекер GPS. У них почему-то не было никаких вещей. Видимо, это самые такие уфлыженные первые тренировочные боты. Вид бы от первого лица, и все, я бы без вопросов. Здесь просто походите, то офигеть, офигеть, как чё. Настоящий Бруклин. Опорный пункт, это что такое? Побочная операция. Агент, в банке ЧП людей взяли в заложники. Тебе нужно будет пробраться в здание по тоннелю метро. Отправляйся туда и постарайся свести ущерб к минимуму. Здравствуйте. Я иду сводить ущерб к минимуму. Потом-то что делать? Ну, приду я его, свожу к минимуму. Гаву как пулемета. Он из тех окон стрелял снайпер. Серьезно? Ну зачем? У меня ничего нет. А, нифига себе. Они от меня шарахаются.
Не надо в меня целиться. Нет, оружие моего шарахается. Блин, смотри, как офигенно. Это когда они успели сосрать-то? Только началась же вроде эпидемия. Человек убитый, никому дела нет. Ощущение, что они копили мусор месяца два. Сейчас все-таки я переделаю, чтобы... Вот я думаю, не будет ли... Вот Ctrl лезть. И уж на пробел горит. Пробел перестреливается, Ctrl лезть. А прыгать? В прыжке прыгать нельзя. Может есть, а может и нет. Но не надо. Проникните в туннели. Он не везде перелазит. Ну, если на него сильное внимание не обращать, то и забываешь, играешь с видом от третьего лица. Внутренний двор банк. Внимание! Обнаружен противник. Может, будет что-то поприличнее? Получили урон, нажмите В, чтобы аптечку. Да нет! Как этим можно не подходить? Эй, что там у вас происходит? Эй, есть там кто-нибудь? Можете меня выпустить? Выходи. У тебя все прекрасно получилось. Наконец-то! Спасибо! Это был какой-то ужас! Кошмар! Все, я погнал! Да не, это были обычные... негры-хулиганы. Погнал, ютки. Помедитировали отсюда. Повышением уровня, что там? Защитные перчатки. Использовать сразу. Рюкзак. Ну и пока все. Вот это что?
Все, получается, здесь решена ситуация. Ну, еще одна побочная операция. Агент, эти бандиты украли ящик морфия. Либо на продажу пустят, либо сами употребят. А у нас тут раненые остались без обезболивающего. Постарайся вернуть этот ящик. Как сделать карту? Все, выхожу. Я вхожу в здание, ясно. Как тоже контролом спускается. Вон наверху полосочка. Не на все он залазит. Напоминает GTA. Машины взрываются, интересно. Обнаружен пропавший груз. Ничего там с них не упало. Внимание, к вам приближается противник. Ага. Раньше никак нельзя было туда принять. Ма. Я теперь понял, почему они вылазят. На машины они тоже, как и я, путаются. Контрол и пробел. Но отдача вроде бы есть. Опа. Да блин. Я своему влупил. И он ответил. Ну, зеленому, по крайней мере. Блин, кто же знал? Так, реанимировать меня никак никто не может.
Видимо, задача, получается, люди-то прибежали на ту же задачу, что и я. Цель под контролем. Враг полностью нейтрализован. Отлично, агент, отлично. Этот морфий поможет облегчить страдания раненых. Куда люди делись? Вон он сидит. Он живой там? Сейчас доложимся, что там 200 метров пробежать. Хотя такие 200 метров можно и пройти, посмотреть. Но отдача есть какая-то там. Стрельба не очень, видимо, реалистичная, но есть. Что такое? Дальше по улице бежать, а вот туда. И дым красный обозначает, интересно. Лицо мне не нравится. Что он нарисованный. Если бы вот так он, может, настоящий прицел был бы. Сделано все, обалдеть. Ну не надо мне тут. Я у тебя их видела. Я знаю, что есть. Чем ходили? Торгуются, что там? Самый лучший товар на районе. На районе. Это же, наверное, продать можно. У меня там всякого. Вот рюкзак. Как продать? А, вот пробил аж. Жилет. Если еще что понадобится, обращайтесь. Да, жилет тоже можно продать. Полюбуйтесь на этих красоток. Изучайте. Маску я оставлю пока. Дробовик. Не нравится. А купить? Броня, рюкзак, пистолетная кобура. Ясно, в общем, все есть. И
У меня есть вещица, буквально создана для вас. Сейчас у меня тоже есть две вещицы. Обожаю заключать сделки. Как то боже. Куда же вы? Фантастика, агент! Тебе удалось нормализовать обстановку, а ведь еще немного и ситуация вышла бы из-под контроля. Да, вся бы вышла совсем из-под контроля. Это правда очень много значит. Вы можете уйти от опасности перекатом, быстро нажав два раза. Видимо, здесь нельзя потренироваться. О, просмотр игрока. Всем патрульным машинам! Всем патрульным машинам! Как же там колбасит? Вам надо это увидеть. Давай поговорим про то, как у нас. Вот так вот. Быстро мы третий уровень получили. Сейчас хочу посмотреть. Что означает посмотреть игрока? А, уровень. Вот, можно включить звук голоса. Блин, тут, наверное, voice over IP есть. Вообще будет шикарно, если не надо будет... скайпом. Соединяться. Блин. Красиво. Волшебно. В общем, на первый взгляд, хватит пока что. Максимум. Пойдем на следующую операцию, включусь. Надо разобраться, какими кнопками включается. Агент, у нас экстренный вызов из полицейского участка, где проводилась раздача припасов. На них напали бандиты, взяли заложников и хотят обменять на медицинские препараты. Тебе нужно добраться до участка, устранить бандитов и освободить всех заложников. Хорошо. Куда же вы? Нет, хорош, а то сейчас опять зависну. Это будет как бы первый взгляд. А бандиты уже пойдут, если там интересно, будет следующим рейсом. Так что имейте в виду, кто хотел посмотреть сам, а не только по телевизору, можно поиграть в нее бесплатно. Так что спасибо за внимание. Всем хорошего, удачи и пока.